Добрый день. Платье зима, качество экстра, Швейцария. Итак, начнем. А, Мису, 36 размер. Туника из такой меланжевого такого вот нитки. XS, платье лапша. Коротенькое. Здесь у нас и без опознавательных знаков в состав входит шерсть. Это такая, знаете, туника. И посмотрите, у нее сзади идет шнуровка, она, скорее всего, L-ка по размеру. А здесь Веромода, это точно L, платье. М-ка. Джессика. Цеунда. Трикотаж. Так, это у нас ML. Париж, прям написано... не знаю, не могу выговорить, в общем, написано Made in Paris. У него есть пайетки такие, знаете, металлические, агрессивные, ну, как бы в стиле такой готики. Так, это М-ка. Туника с гольфом. Ну, думаю, что это L. Платьишко. Он такой классный, у него идет отделка тесьмой вязаной, и оно как бы идет с запахом, что сейчас является актуально. Длина средняя, запах, он как бы зашит получается, вот так вот, он вроде как есть, но зашит. 40-42 европейская, размер, Zara XS, двухслойная платьишко. Вилла, размер M. Оно тоже двухслойное. Первый слой у него такая сетка с велюром, а второй слой, ну, такой, знаете. Так, это что у нас? Это туника XL, комби-пел. Комби-пел. Вот мое любимое платье в этом лоте. Это Zara, размер XL. А вообще, ну, потрясное, знаете, у него... Ну, как бы мне такие нравятся. Ну, то, как у него расцветка хищная, но зато цвет. Смотрите, какой она классная. XL размер. Жакетик сверху и прямо вот поплыла. Бетти Баркли. Манго размер М. Размер М, миди. Вот наподобие что-то Зары, но оно не такое. Это Амису, 42 размер. Вроде то же самое, но совсем не то. То вот оно прям шикарное. А это такое милашка. Эсприт М-ка. Трикотаж, сделанный под джинсу. H&M, 34 размер. Двухслойное платьишко. Платье-лапша. Эска. Здесь идет футболка, ну, туника, вставки из кожзама на обозначение немецкого бренда, хотя я смотрю, что здесь абсолютно другой. И это просто футболка с длинным рукавом, здесь защипы, и у нее край, видите, какой, на как косой, скажем так, по косой сделан. Платьишко офисное, двухслойное. Здесь у нас идет H&M, кто-то заботливо поясок привязал, чтобы, видимо, не потерялся. Туника пинки, джинсовая, М-ка. Видите, этот лот богат на хищные принты. Тоже классное платье, это Яс. Здесь у него кружевчики. Такое. Тоже, кстати, большой размер. Оно требует основы под низ. Смотрите, да? Пантера прямо на охоте. Здесь здравствуй, Польша. Что-то наподобие. Но все равно такие платьишки любят. А оно мягкое, удобное. Такое, знаете, приятное. Only 36 размер. Офис. О, еще один хищный принт. Это Only размер S-ка. Ну, тут он просто принт. Так гораздо спокойнее по своей модели. Платье со спортивным характером. Так, по размеру это XS. Вот.
тоже интересный момент. Только, знаете, надо единственное подобрать, чтобы New Collection, да, это платье травка. Если к нему подобрать, ну так, можно красивый ремень и на очень высокую худую, будет прям вот шикарно смотреться. H&M S-ка. Трикотажное платье баллон. Я думаю, что М-ка. Это S сарафан. Зарина, вот видите, приличные бренды встречаются. Из тонкого струящегося трикотажа XS. Такая, знаете, женственная модель. Промот. L. Здесь плотный трикотаж. Плотный трикотаж и есть красные лампасы. Прям генерал в юбке. Вот. Платье. Большой размер. И 42 размер. Платьишко. Двухслойное. Подробную информацию об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название.